Всем привет, братики, с вами Эрнесто. Вам очень понравился ролик, где я разводил игроков на автобазаре, и именно поэтому сегодня я буду вновь это делать, но только уже на центральном рынке. До 70 тысяч подписчиков осталось совсем немного. Нажми на красную кнопку подписки и также прожми лайк. Для меня это служит огромной поддержкой. Также напиши что-нибудь в комментариях, и я обязательно это прочитаю. Желаю вам приятного просмотра и погнали! Ну что же, прямо сейчас я нахожусь возле центрального рынка, и мы пойдем с вами искать первую жертву. Онлайн на сервере, конечно, не очень большой, 500 человек, но потому что сейчас утро и все в основном в школе. Но народу на центральном рынке, тем не менее, немало. Стой! Ага, так, ну давай тебя, может быть, попробуем. Тебе крылышки подойдут, дай померяю. А вернешь? Конечно. Предложил торговлю. Все, Игорь, давай сюда мне крылышки. Сколько они стоят, я не знаю. Подтверждаем трейд. Смотрите, просто как легко разводить людей. Так, одеваем их на спину. Довольно-таки неплохо. Нихуя бабочка. Сколько они стоят, интересно, давайте узнаем. Ну, за 28 евро возьмешь? 28 кака? Пацаны, я только что урвал куш. Они стоят где-то в среднем 25 миллионов. Чет дорого. Просто убегаем подальше. Смотрите. Он за мной бежит, за мной бежит. Что-то там пишет. Эй, сука. Минус крылья кто-то пишет. Так, смотрим на его реакцию. Куда, говорит? Чисто минус крылья у пацана за 28 миллионов. Он не отдал? Нет, конечно. Первый раз на машины всех кидали, сегодня на аксессуары. Игорь. Печалька, конечно же. Он отдал крылья или ты ему продал? Я с моста прыгать, говорит. О, вот это вот уже, конечно, тут суицидальные мысли у нас происходят. Так, он куда-то едет, у меня появилась гениальная идея написать в вип-чат то, что я продаю эти крылья. Продам крылья на спину, цену предлагайте. Все, отправляем. Смотрим за его реакцией. Эрнесто, верни крылья Игорю Калинчику. За него кто-то уже впрягается там, говорит, верни ему крылья. Эрнесто, ТП меня куплю, у меня уже покупатель даже нашелся на них. Так, я к нему ТП-кнулся, он перевернулся, куда-то там покатился на крыше. Так, флип. 109. Оп, перевернул. Спасибо за крылья. За 17 кака, как думаешь, норм продавать? Не-не-не, сюда, говорит. Какие в попу 17 кака? Купишь за 5 кака? Ну я, в принципе, не сомневался. С вас, ютуберов. Поуехал просто, смотрите, обиженный. Иди сюда, не сомневался он. Все, совершил с ним торговлю. На свои крылья забирай, бро, это был розыгрыш. А компенсацию... Я себе чуть волосы не вырвал, говорит. Все, сделка прошла успешно. Сорян, бро. Отписка. О, мага Мамедов. Мага. Черепаху продаешь? Ну, допустим, цена 4. Дай померяю. Смотрится, нет. В залог дай 4 кака, говорит. Я тебя не знаю. Ты ютубер или нет? Сейчас гляну ютуб. Да ё-моё. Все, кидай трейд. Так, отлично. Я добился своего, пацаны. Я добился этого. Блин, на автобазаре как-то было легче через евро с этими сделками все мутить. Черепаха почти у меня. Все, подтверждаем сделку. Вроде норм. Ну как, говорит? Отлично, отлично, отлично. Хуй так кто-то пишет. Продам черепаху за 4 кака. Что такое? Эрнесто молодец. Ахахахаха, Эрнесто год 2 кака. Сука, говорит, Эрнесто. Я ему дал черепаху померить. Типа, сделаю вид, что я что-то ему продал. Пользуйся, бро. Спасибо за черепаху, ха. Блин, тип вообще просто подыграл мне. Красавчик Катана Вайт. Я даже не просил его. Все, типа продал черепаху, хотя она у меня находится. Так, вот он говорит, все. Сейчас я за ним в слежку уйду. Бля, рил ты. Все, чисто, мага. Братуха остался без черепахи. Какое нахуй видео? Вот это, братан, которая сейчас снимается. Привет. Мага, сколько черепаха стоила, кто-то у него спрашивает. Меня Эрнесто наебал на акс. Я сюда снова тпхнулся и кричу, куплю черепаху. Он меня бьет, мага, чисто разошелся, двоечку мне прописывает. Я ее продал за 2 кака. Черепахуй. Так, давайте сейчас я маге быстренько отдам. На тебе черепаху. Это был розыгрыш, брат. Фух, говорит. Давайте ему накину 50 тысяч. Дай померить вибратор. Да, дает, походу, прикиньте, смотрите, сейчас даст. Кинул трейд, принимаем. Вибратор, да, все четко, принимаем. О, по-моему, неплохо смотрится. Сколько он стоит? 300к. Понял, спасибо. И все, уходим в слежку за ним. Думает, вибратор чисто со спины украли. У него вообще просто ноль реакции. Подарок тебе, говорит. Купишь за 300к вибратор? Не, спасибо. Ну, блин, как хочешь, братан. А за 500? Ты намели прям? Да, и вообще кто-то левый тип подбежал просто с моей фомы, в которой я состою. Кинул мне трейд просто. Ха-ха, чё, блядь. О, спасибо за миллион, бро. Нюхай бебру, понял. Так, давайте я ему отдам этот вибратор. Плюс еще накину ему сверху 500 тысяч. А то мне что-то его жалко стало. Все,
Кто-то кричит: продам бар ВВС, смотрите, Рой Брукс. Так, вот я к нему тпкнулся, спросил, какой номер бара. Го глянем. Так, все, садимся к нему в машину, сейчас поедем смотреть бар. И сейчас я его просто разведу на крупную сумму денежек. Так, вот походу этот бар. Ага, 163-й. Ну, зашел, сыграл, покушал, ушел. Нормальное описание, маркетолог от бога. Какая цена? Фу, улучшение. Для тебя 55. А так за 60 продают, типа барыгам. Я его вчера купил, ну сегодня ты его уже лишишься. Го обмен на мотик ПД. Согласен. Передавать? Да. Так, смотрите, сейчас будет развод века. Так, предлагает вам купить у него бизнес за 1 бакс. Пфу, естественно, покупаем. Почему бы на халяву не купить безак? Все, спасибо. 453 и уходим за ним в слежку. Остался, смеется. Эх, жаль, пишет. Я специально выжду того момента, чтобы он уже реально начал бояться. И уже у него подозрения, что это какой-то розыгрыш, ушли. Люди, знаете, скоро Эрнеста бар свой откроет. Он подумал, что я над ним приколюсь. И сейчас ему попозже отдам мотик. Но я вообще этот бизнес не собирался покупать. Ни на что его обменивать не собирался. А просто решил его забрать за один вирт. Но, естественно, я попозже ему его верну. Но я хочу вытянуть с него какую-то реакцию, чтобы он уже начал реально переживать. Бар 163 ит, я подарю ему, так сказать. Он уже, походу, смирился даже, что мне его подарил. Эх, даже выйд не пробился. По стандарту пишем в вип-чат. Продам бар 163, цену предлагайте. И его кикнуло, походу, прикиньте. Так, он зашел, я его к себе тпхнул. Сейчас буду бис продавать. Кикнул античит. Тут кто-то написал, что куплю за 70 миллионов. И давайте посмотрим, реально он купит его или нет. Он наебав меня на бар. Я тут продаю, стою его бар чисто, вообще даже не спросив у него разрешения. Да, передавай. А ты мне бар за 10к. Да, сейчас еще его разведем, пацаны, вдобавок. Ха, просто комбо, смотрите. 15 тысяч евро. Двойной наеб пишет. Подтвердить, все. Так, 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 так. Сделка прошла успешно. Ору нахуй. Ахаха, всем весело. Эрнеста заебал, вернись. Пусть меня тоже наебет. Ой, сколько желающих уже, смотрите. Взглянул на часики, все. ЖБ минус админка. Ахаха, наебал вашка. Плюс 65кк и плюс бар. Охуенно ебать. Согласен, бро, полностью согласен. С учетом того, что это твой бар. Ладно, поделюсь с тобой. Все, над ним уже можно не угорать. Если вы помните, то он его хотел продать за 60 миллионов барыгам. Сам его купил за 27. То есть я его продал за 65 ему сейчас. Просто без комиссии еще и. Помог тебе. Так, а вот Вайт прибежал. Давайте ему тоже бизнес отдадим. Продать бизнес игроку. 424. Один. Все, бизнес он тоже купил. Поздравляю. Ну что, пацаны, по-моему, красиво сделали. Да, он тоже с этим согласен. Меня просто толпой втаптывают. Втроем на меня накинулись, изверги. Ну что же, братва, на этом я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что ролик вам понравился и ваш лайк уже поставлен. Также вы подписались на мой канал и поставили колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. С вами был Эрнеста, всех крепко обнял. До скорых встреч, пока-пока.